русским таким сочным. А я очень люблю этот. Ну, повтори еще раз, запишу я. Пошел ты знаешь куда. Ирина, помню, как сейчас, разыгрывался в Артек путевка. А кто мог попасть в Артек? Дети секретарей. Это был 85-й год, 83-й. Ирина в Москве разыгрывается в турнире, путевка разыгрывается туда. И в последнем туре ей нужно сделать ничью, чтобы выиграть эту путевку. Она проигрывает. Ревела в метро от центрального дома шахматиста до дома. Прибегает домой и врёт. Моя берёт эту кастрюлю и мне по голове кастрюля. Сказала, все, хватит, значит. И после этого я стал. Внучка рождается. Ну, думаю, все. Нет, еще. Внучка в 6 лет выучила все ловушки. На пляж выходим, они всех этих лопухов. И те все. Ужас, 6 лет нету, столько ловушек. А только даю один раз сыграть. Он второй раз он уйдет в сторону и выйдет. Первый класс. Внучка идет. Новый год. 20, где-то 5 декабря снег выпал. Мария Ивановна, учительница, говорит, деточки, сегодня уроков не будет, все идем на лыжи. Все, ура! Уроков нет, а на лыжи. Внучка сидит. Мария Ивановна, а можно мне на лыжи не идти? Валерия, почему? Да понимаете, мой дедушка таким умным видом, своими шахматами и математикой так задолбал мне мозги, я руки поднять не могу. Я сразу от нее отстал. Поэтому...